Юный белгородский гонщик Никита Бедрин готовится к новым стартам. В ноябре мальчик выиграл старейший в мире турнир по картингу, который проходил в Италии. Новый сезон Никита откроет уже в феврале. Людмила Столярова познакомилась с талантливым пилотом. Ты проезжаешь первый поворот, но там сразу же второй. И получается, не нужно быстро в первый езжать. И не нужно широко выезжать как бы после первого, чтобы во второй попасть. Для каждого поворота своя хитрость. Знакомая с ранних лет трасса сюрпризов не таит. Никита Бедрин впервые сел в карт в 5 лет. Скорость и маневры на виражах – то, что больше всего увлекает юного пилота. В будущем мальчик видит себя только гонщиком. Я первый раз с папой прокатился, потом мне самому захотелось, и мне понравилось. Я стал заниматься. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Гонщиком и попасть в Формулу-1. Первым тренером Никиты в Белгороде стал Сергей Подкорытов. Когда юный пилот вошел в состав сборной страны, то начал выступать под руководством москвича Дмитрия Сокола. Сейчас к соревнованиям Никиту готовит чемпион мира Феличи Тиене. Это мой первый кубок в Италии, да, и первое место сразу. Сосчитать титулы и кубки – сложная задача. За нее не берется ни сам гонщик, ни его мама. Около 60, говорит Никита. Гораздо больше, отвечает Ольга Бедрина. Как и любая мать, она переживает за сына, но верит в успех. Вы знаете, это призвание. У нас были перевороты, у нас были травмы. Мы все это очень тяжело переживали и пережили. Он очень сильно это тяжело пережил. И морально, и физически. Но если тебе это дано, это твое призвание, то ты садишься и едешь дальше. Ты продолжаешь дальше свою картинговую жизнь. Последним соревнованием минувшего года был итальянский «Трофео делле Индустрия». В третий раз Никита стал победителем этого старейшего турнира. Юного гонщика хорошо знают в Италии. Он серьезный противник. На международных соревнованиях всегда представляет Россию. Хоть и бывает на родине нечасто. Сейчас с Нового года у нас новый график на этот год. Каждую неделю у нас будут тесты, каждую неделю соревнования. Каждую неделю мы просто будем за рулем. Свободного времени у нас нет. Первый старт нового сезона уже в феврале. World Series of Karting Champions Cup пройдет в Италии. Более старших соперников Никита не боится. «Буду побеждать», — говорит чемпион. And the winner, Никита Бедрин. Людмила Столярова, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород.